Доброе утро, город! В эфире Сургут 24. Букеты, белые банты и первый звонок. 1 сентября во всех школах нашей страны отметили День знаний. Впервые за парты в Югре сели 28 тысяч ребятишек. Это, к слову, больше, чем в Тюменской, Курганской областях и на Ямале. Ежегодно растет количество новоиспеченных школьников в Сургуте. В 2020-м их было 6558, ровно год назад на 250 больше. По данным на 1 сентября, в первые классы уже зачислены более 6900 учащихся. И приемная кампания продолжается. Завершится она в следующий понедельник. Очень волнительно. Хотя второй ребенок уже первый класс, но все равно волнуемся. Сегодня привели первоклашку. Настроение прекрасное. Ищем класс. Мне кажется, у меня волнительнее, чем у ребенка. Почему? Ну, уже взрослая жизнь. Первый класс – это здорово. Дочка, первый класс, конечно, эмоции переполняют. Первый класс, как говорится, первый раз. Собрались очень смутно. Все помню последние три дня, потому что недавно с отпуска приехали. Вот. Ну, ребенок в шоке, пока не понимает, куда попал. Вот, надеюсь, что все будет здорово. Торжественная линейка прошла и в новом корпусе 9-й школы на Крылова 36/2. Это первое в России образовательное учреждение, построенное по концессионному соглашению. Открыли объект весной 2022-го. Он предназначен для учеников начальных классов. В этом году их набрали 30. Это абсолютный рекорд для отдельно взятой образовательной организации. Трехэтажное здание рассчитано на 550 школьников в смену. Для ребят доступны просторные классы, компьютерные и спортивные залы, бассейн, кабинеты для дополнительного образования. Мы постараемся все для вас сделать. Забирайте отсюда все, чтобы в жизни уже реализоваться по-взрослому. А ваши мама и папа, я уверен, в этом помогут. Поздравляю всех с 1 сентября. Хорошего настроения на весь год. Торжественные линейки провели в образовательных учреждениях Сургутского района. В этом году в муниципалитете впервые за парты сели около 2000 ребят. Самое большое количество первоклассников в сельском поселении Нижнесартымский. Там открыли 15 первых классов, дойдя до литеры «Н». На празднике в честь 1 сентября в родном Барсово с началом учебного года школьников поздравил глава района Андрей Трубецкой. 1 сентября всех с праздником. Ученики за парты, учеба начинается. Для учителей и родителей будни, хлопоты. Для педагогов трудовые, для родителей бытовые. Уважаемые педагоги, ваш труд не измерить потраченным временем, проверенными тетрадями. Вы даете детям гораздо больше. Искренне желаю, чтобы они тянулись к знаниям, уважительно относились к школе, к учебе, к вам. Две новые звезды появились на небосклоне заслуженных работников нефтегазовой сферы. Мемориальные плиты в честь тех, кто внес в отрасль значимый вклад, открывают в Югре уже 18 лет. Одну из звезд назвали именем Юрия Шафранника, вторую в честь заслуженного геолога России Евграфия Теплякова. Он открыл более 300 месторождений, в числе которых Федоровская, Ленторская, Мегионская. В торжественной церемонии участвовал внук Евграфия Артемовича Артем. Он представитель уже третьего поколения геологической династии Тепляковых. Тогда жили другие люди, была другая страна, другие технологии. Но это, естественно, огромный стимул к тому, чтобы люди, которые живут в нашей стране, при наших технологиях, при нашем времени, имели прочный фундамент, основы и ориентиры для того, чтобы приумножать то, что было создано нашими предшественниками. В Сургутском районе провели обучение членов участковых избирательных комиссий. В этом году в муниципалитете будут выбирать депутатов в Лямино, Федоровском и Белом Яру. Кроме того, жителям предстоит определить, кто будет руководить городскими поселениями Барсово, Белый Яр и Федоровский. Единый день голосования назначен на 11 сентября. В 2020-м процедура пройдет в допандемийном формате, без использования механизма «мобильный избиратель». Кроме того, возвращается досрочное голосование в помещениях участковых комиссий. Оно продлится с 31 августа по 10 сентября. Можно ли купить
купить автомобиль мечты в наше время? Можно. А теперь о том, как это сделать. Приезжайте в офис «Автодеск» на Монтажную, 6. Выбирайте автомобиль на одном из аукционов США или новый в Арабских Эмиратах. Заключаете договор, и очень скоро ваша мечта осуществится. «Автодеск» – автомобили с аукционов Америки и новые автомобили из Арабских Эмиратов. Подробности у наших менеджеров. Представляем вашему вниманию жилой комплекс «Белые ночи». «Белые ночи» расположились на Меликкарамово, одной из уютных улиц Сургута. Развитая инфраструктура района, парк геологов, кафедральный собор Преображения Господня способны сделать проживание в вашей новой квартире самым комфортным. А еще в жилом комплексе «Белые ночи» отличное дворовое пространство со спортивными и детскими площадками. Подробности по телефону в Сургуте 765-708. Мировые звезды в Югре. 12 сентября в 19 часов на сцене Сургутской филармонии. Заслуженный артист России, обладатель премии Грэмми Ильдар Абдразаков, а также известные оперные исполнители и молодые таланты. Музыкальное сопровождение, симфонический оркестр под управлением Константина Чудовского, главного дирижера театра «Урал-Опера-балет» и Государственного кремлевского оркестра. Билеты онлайн на сайте yugroclassic.ru. 12+. Телеплюс. Провайдер твоего города.